Здравствуйте, уважаемые друзья! Не забывайте делиться своим мнением в комментариях. Спасибо! Какой кошмар! Пациент из штата Виргиния случайно оставил свой телефон включенным во время обычной колоноскопии. Перед операцией врач давал ему какие-то инструкции, и для того, чтобы не забыть, мужчина решил записать все на телефон и забыл его выключить. То, что произошло дальше, реально тревожит. После операции он прослушал запись и ужаснулся. Врачи оскорбляли его. И это не первый случай. Помните историю Этель Истер? «После 5 минут разговора до операции мне реально хотелось ударить тебя по лицу», — говорил один из докторов. Другой сотрудник больницы называл его неприличными словами, и Тиффани Ингам, скорее всего, произносила свое самое ужасное оскорбление. «Я собираюсь удалить твой геморрой, даже если его нет», — говорила Тиффани. «Я просто ткну пальцем в небо». Группа врачей шутила о сифилисе, СПИДе и о других инфекционных заболеваниях. Стало известно, что это не первый случай в их практике. Эти люди верят в то, во что хотят верить, и вдруг приходят к нам со своими проблемами, говорила Ингам. Чем дольше мы работаем, тем чаще встречаем таких пациентов. Когда же это все закончится? Пациент подал в суд на эту больницу и получил компенсацию в размере 50 тысяч долларов. Как вы думаете, правильное ли решение принял суд в Виргинии? Пожалуйста, поделитесь этой статьей с друзьями и не забудьте написать в комментариях о том, что вы думаете об этом случае.